средняя. Вот, они там мерзнут, им там плохо, у них кожные нарушения у многих касаток обнаружены, связанные с термотравмами и контактом со льдом. А сейчас большая разница дневных и ночных температур, и все проверки, которые туда приезжают, они приезжают днем, когда тепло, вот как сейчас, солнечно, а в ночное время там реально холодно, до минус 15, и животные, конечно, очень страдают.